Здравствуйте, друзья! С вами программа «Доступность» Елена Астрахович. И сегодня гостем нашей студии будет доктор медицинских наук, старший научный сотрудник, врач высшей категории и, главное, заведующий лабораторией иммунологии Института глазных болезней имени Филатова Людмила Николаевна Величко. Научные открытия, я знаю, что в вашем институте делаются действительно уникальны. И мы сегодня просто попробуем, во-первых, объяснить их простым языком для наших зрителей, это раз, и чем, как говорится, вы можете быть им полезны во второй момент. Давайте вот, собственно говоря, знаете, с открытия я хочу начать, потому что полгода назад в этой же студии была ваша коллега, которая рассказывала действительно об уникальных разработках, влиянии на зрение психосоматики, и там еще ряда моментов, тогда был COVID. Тогда еще не было войны. Вот. Но давайте вернемся к этому, потому что болеть мы не перестали. Психосоматики в нашей жизни стало гораздо больше. Так что, итак, посвятите нас вот в последние новости вашего ученого открытия, вашей лаборатории. У нас были очень обширные исследования в период ковида. И мы изучали и особенности реагирования иммунной системы, потому что основная научная проблема, которая не разрешена на сегодняшний день. Почему? В одном случае человек переносит в легкой форме и выздоравливает. В другом случае у него развивается тяжелейшая пневмония. В третьем случае развивается терминальные состояния, цитокиновый шторм, да. И человек погибает. Вот ответа на этот вопрос не было. И вот изучая разные типы реагирования иммунной системы, мы по молекулярным маркерам, которые мы изучали, увидели такую особенность. Те пациенты, у которых был высокий уровень активации иммунной системы, который обеспечивал выработку интерферонов, защитных факторов, эти люди не болели. Происходило блокирование вируса. И те пациенты, у которых уровень активации был низкий по ряду причин, они заболевали, вирус присоединялся к рецепторам на сосудах, и вот маркеры воспаления были очень высокие, а уровень активации был очень низкий. И вот благодаря изучению этих маркеров мы фактически смогли прогнозировать развитие процесса в ответ на вирус ковида. Так, Людмила Николаевна, давайте немножко все-таки уточним, потому что, может, не всем зрителям понятно. Под маркерами что вы имеете в виду? То есть это анализы, исследования, то есть какие-то вот базовые моменты, которые позволяют исследовать состояние организма на протяжении какого-то периода. Я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Во-первых, мы работаем с живой клеткой и можем посмотреть, какие рецепторы есть на ее поверхности. То есть у вас какое-то уникальное оборудование имеется, я понимаю, это же не поликлинический общий анализ крови, там это же что-то. Это молекулярные маркеры активации, и мы можем по этим маркерам определить уровень метаболизма клеток, степень активации, есть ли рецепторы на клетке к определенным ключевым нейротрансмиттерам, которые запускают процессы активации. То есть мы можем определить готовность клетки к ответу в ответ на вирусную нагрузку. Ну, то есть вы докапываетесь не просто до сути, а до микромира нашего организма, получается. Ну, это на самом деле это уникально. Скажите мне, давайте вот мы сейчас дальше продолжим по современной науке, но мне интересно другое. А вот база для подобных исследований, ну, вот очень часто бывает, я понимаю, что нужна серьезная научная школа. Это не просто пойти анализы сделать, знаете, со совершенно четким, развернутым вариантом А, Б, С и так далее. Вот. А вот что касается школы, как давно вообще вот в институте проводят подобные исследования? Да, фактически лаборатория иммунологии является старейшей из лабораторий, поскольку была она основана по указанию Филатова в тот период, когда разрабатывались уникальные операции по пересадке роговицы. То есть это еще 150 или более лет назад. И вот с тех пор лаборатория не прерывала своей работы.
В последующем, когда были разработаны биопрепараты ФИПС, алоэ, торфот, пилоидодисцилят, продолжалось изучение влияния этих препаратов на воспалительный процесс, на иммунную систему, на процессы регенерации. И сейчас, вот современный период времени, безусловно, является очень важная таргетная терапия, то есть терапия направлена на определенную цель, допустим, на молекулу, которая восстанавливает регуляцию при нарушении регуляции. И, естественно, нужно изучать эти процессы на молекулярном уровне, и должны быть четкие молекулярные маркеры, которые максимально описывают и показывают состояние клетки, либо ее обменные процессы, либо ее резервы. И тогда можно подобрать индивидуальную терапию. Так, хорошо. Людмила Николаевна, скажите мне, пожалуйста, то есть исследования, научные исследования на уровне иммунитета, на уровне клетки, на уровне таких современных биотехнологий, вот что они дают сегодняшним ученым, и главное, что они дают вашим пациентам? Вот зачем нужно так углубляться? То есть, грубо говоря, если я к вам прихожу с, ну не знаю, с банальным кашлем, вот я кашляю, и не могут остановить причину. Вы мне можете помочь? Да, безусловно, эти маркеры нам позволяют понять причину и устранить ее, то есть не устранить симптом, подавить кашель, а найти причину. Это могут быть разные причины. Это может быть нарушение выведения токсинов из клетки, накопление продуктов метаболизма не только в клетке, но в межклеточных пространствах, в лимфоидной системе. И, конечно, в этом случае мы делаем индивидуальную программу, суть которой заключается в том, чтобы вывести вот эти все балластные вещества, которые запускают воспалительный процесс. То есть вы не просто диагностируете, вы еще и даете рецепт лечения, программу лечения запускаете, вы даете список таблеток, как обычные врачи или как? Вот у нас создается индивидуальная программа, суть которой заключается в том, чтобы восстановить работу ферментных систем, которые расщепляют токсические вещества. Также есть. Так, Людмила Николаевна, я к вам пришла с кашлем. Причем здесь ферменты в моем кишечнике? Давайте так. Или это тоже связанные варианты? Получается, выведение токсинов – это процесс. Есть клетки фагоцитирующие, которые поглощают и выводят все ненужное из организма. Есть ферменты, которые расщепляют. То есть это мощная система. И если восстановить ее работу, то проходят многие заболевания. То есть не обязательно это связано с вирусной простудой, не знаю, там, бронхитом, или наоборот, причиной бронхита могут быть процессы в кишечнике, я так понимаю? Безусловно. И у каждого они будут разные, то есть у каждого индивидуальные, все приходят со схожими симптомами, а причины могут быть разными? Да, допустим, когда мы делаем полный скрининг по маркерам, мы видим, что причины может быть 2 или 3. И нужно убирать вот эти причины. Скажем, если есть воспалительный процесс в кишечнике, так называемый дырявый кишечник, если мы не восстановим целостность кишечной стенки, то токсины будут попадать в кровь и вызывать ряд заболеваний. Но очень часто и аллергические компоненты, вирусная нагрузка, либо бактериальная могут сочетаться. И если есть бактериальная нагрузка, так называемый дисбиоз слизистых, то надо работать со слизистыми, убрать вот эту избыточную патогенную флору. Она живет на слизистых, выделяет продукты метаболизма, подавляя собственные защитные факторы. И, конечно, при восстановлении целостности слизистых, когда мы убираем излишнюю бактериальную нагрузку, заселяем нормальную флору, которая вырабатывает защитные факторы, то восстанавливается целостность системы. Целостность организма человека. Да. Но это вы делаете с помощью, я понимаю, что не совсем таблеток, вы делаете это с помощью питания, с помощью корректировки каких-то жизненных, я не знаю, там, образа жизни человека, правильно? Вот у вас есть такое слово, вот, о котором вы говорили, биотерапия.
терапия. Я понимаю, что это вот основа. Что, вот, что это такое? Давайте, потому что для меня это не очень понятно. Да, биотерапия – это лечение натуральными препаратами, которые могут быть или растительного происхождения, либо это продукты биотехнологии, скажем, интерфероны. Они получаются при помощи биотехнологий. Либо усиливаем выработку собственных интерферонов на следующем этапе, когда нам удается восстановить клетки, которые вырабатывают интерфероны. И мы восстанавливаем собственные механизмы. Это очень важно. Организма, получается. Да. То есть заставляете его работать в нормальном Конечно. Режиме. Конечно. Если мы удалили все ненужные балластные вещества, которые запускают воспалительный процесс, отдренировали межклеточное пространство, матрикс, лимфу, восстановили целостность кишечника, и на следующем этапе мы запитываем клетку, то есть мы, восстанавливая метаболизм, можем дать все необходимое, и тогда клетка восстанавливает свою функцию, она вырабатывает защитные факторы, и патологический процесс уходит, потому что свои системы начинают работать и Знаете, защищать. Похоже на перезагрузку компьютера в да, какой-то степени. Антивирус запустили, верно. Перезагрузили, кое-что совершенно поменяли. Верно. Вот, вот тебе и начало да, работать быстрее да. и лучше. Это такая достаточно прорывная, можно сказать, технология, потому что она очень достаточно кардинально отличается, мне кажется, такой, знаете, привычной нам медицины. Вот тебе половина таблетки от головы, вот тебе половина там от поноса. Вот у вас другой подход просто. Да, потому что классическая терапия заключается в том, чтобы подавить симптомы, убрать. Это могут быть и противовоспалительные препараты, гормональные. На первом этапе это помогает человеку избавиться от симптомов, но не избавиться от болезни. От проблемы, с которой И наша задача – найти причины, сделать скрининг и выработать, придумать, создать программу для того, чтобы восстановить работу собственных систем. А двух людей похожих не бывает. Одному подходит препарат, а другому, когда мы тестируем, он не подходит. Нет рецепторов, клетки не воспринимают его. Интересно. Поэтому, создавая вот индивидуальные программы, учитывая особенности, и мы смотрим все Вы исследования. Вы с детьми и взрослыми работаете? Да, у нас есть и детское отделение, поэтому мы работаем и с детьми, и с взрослыми. И фактически дети – это особенные пациенты, потому что у них еще не сформировались системы защиты. И вот мы используем такой подход, что нужно сделать все необходимое, чтобы свои системы развивались. Потому что если ребенок будет на химиотерапии, и своя система не будет работать, у него будет слабая иммунная система. А нам нужно, чтобы свои системы развивались, и чтобы была сильная иммунная система, которая бы защищала, скажем, глаз от воспалительных процессов и вырабатывали все необходимые защитные факторы. Скажите, сколько пациентов прошло вот через эту вашу систему? Я понимаю, что она еще пока тестируется, там, обрабатывается, но людей достаточно много. Есть какие-то истории, ну, скажем, вдохновляющие врачей и пациентов? Истории выздоровления, обновления, перезагрузки? Да, в основном к нам поступают пациенты, которые вот болеют и болеют. И они прошли и противовоспалительную терапию, антибактериальную, но на время уходят симптомы, а затем они возвращаются. И вот, анализируя каждый случай, иногда бывают очень интересные случаи, когда мы понимаем, что это психосоматические нарушения, когда противовоспалительный иммунитет хорошо работает, посев в норме, нет бактериальной флоры. Но когда мы смотрим маркеры, которые показывают состояние нейрональных систем, то там могут быть сбои различные и могут быть параллельно с симптомами глазными, скажем, нейродермит. То есть вот эти психосоматические заболевания
фактически при создании программ мы это учитываем и даем препараты, которые восстанавливают нейрональную регуляцию, восстанавливают нервную систему. Это, как правило, препараты, которые восстанавливают стресс-лимитирующие системы. То есть есть собственные системы, которые блокируют стресс. Вот если они не работают, то нечто стресс... Нечто успокоительное такое получается. Да, это регуляторные механизмы. Да. Тут еще, мне кажется, психолог должен, если это психосоматика, тут все-таки так глубоко, да, кстати. Ну, вот врач при беседе, конечно, нужно успокоить пациента, потому что он волнуется, он начинает думать, что, наверное, какое-то страшное заболевание у него, раз ничего не помогает. Поэтому мы объясняем человеку обязательно результаты, которые мы получили, мы обязательно человеку объясняем, назначаем терапию, и, конечно, при необходимости, если нужен психолог, обязательно рекомендуем. Это стресс, и несчастная любовь. Это самые разные истории. Но... Сейчас их больше стало. Я понимаю, что стрессов сейчас намного больше, чем раньше. К сожалению, и смертей, и ужасов. Война добавила в нашу жизнь намного больше. И мы видим, да, больше таких ситуаций. И когда мы делаем скрининг, то сейчас у нас обязательным является определение уровня стресса. У нас есть четкие маркеры по уровню экспрессии рецепторов к адреналину. И есть системы, которые параллельно с системой стресса работает антистресс-система. И вот наша задача, чтобы не было истощения стресс-лимитирующих систем, иначе человек перестает спать, у него развиваются нарушения, связанные с вот этим гиперактивацией иммунной системы и нервной. А все связано, гормональная, нервная, иммунная система, там общие нейротрансмиттеры. И при нарушении баланса, то могут быть и гормональные расстройства. Поэтому очень важно поддерживать баланс, но не гидазепам пить, а те натуральные молекулы, которые участвуют в регуляции и нивелировании последствий стресса. То есть человек должен возвращаться в баланс, чтобы система контроля. Да. Людмила Николаевна, скажите, пожалуйста, а как вообще стресс влияет на зрение? Просто вы специализируетесь все-таки именно на глазных болезнях, я имею в виду ваш институт и лаборатория. Вот как узнать, то есть если падает зрение, я понимаю, что факторов может быть очень много, но часто ли они связаны именно с психосоматикой? Довольно часто. Это отражается стресс тем, что спазмируются сосуды, и нарушается зрение, вплоть до потери зрения. Иногда бывают такие сильные стрессовые ситуации, что человек может ослепнуть. Но когда снимается стресс и восстанавливается микроциркуляция, то это как бы возвращается все. Поэтому исследования мы работаем параллельно и с лабораторией, которая изучает физиологические особенности и сосудов. То есть комплексная терапия, обследование позволяет сделать хорошую программу с учетом всех особенностей. Потому что обычно сочетается большое количество причин. И важно установить и причинно-следственную связь и убрать причины. Ну, на самом деле, вот такой комплексный подход к организму, мне кажется, наиболее правильным, потому что нельзя лечить правую руку, не понимая, что завтра заболит левая рука. Ну, это я, конечно, утрирую, но тем не менее. Людмила, хотела спросить вот такой как бы личный вопрос. Скажите, а что вас привело, собственно говоря, вот лично вас в эту тему, в медицину? У вас тоже была какая-то личная история, ну, скажем так, заинтересованность подобного рода исследованиях? Вот как давно? Да, вот это эмоционально значимые были темы. Меня всегда это интересовало. Мне было всегда интересно работа клетки. И когда ты работаешь, начинаешь работать с клеткой, ты понимаешь, что это своего рода алхимия. Если ты не любишь это, то клетка у тебя не будет размножаться, она не будет жить. Без любви размножение не происходит. Невозможно, да. Невозможно. А мы работаем с живой клеткой. Мы добавляем вещество и видим, как она реагирует. Потому что живая клетка находится в сыворотке, где находятся все регуляторные факторы. И это таинство, это уникальные исследования, работая с живой клеткой и получая результаты в процессе лечения, ты получаешь удовольствие настоящее, потому что есть результат.
Поэтому это нас вдохновляет. И, конечно, профилактика обострения хронических процессов. Это очень важно, потому что люди хотят быть здоровыми, они хотят радоваться жизни. А когда вновь и вновь возвращается какое-то заболевание, то человек очень огорчается. А нам хочется постараться помочь. Ну, Людмила, знаете, мне кажется, здесь есть один момент такой личностный. Когда ты врач и приблизительно уже с хорошим опытом, и ты понимаешь, что может происходить с тем или иным человеком, ты видишь там, грубо говоря, у одного цвет кожи плохой, у третьего зрение, у четвертого, не знаю, там, ожирение, у пятого еще что-то, головные боли. И ты им как бы хочешь помочь? А они твою помощь не принимают. Им говоришь, вот этого лучше не делать. И вот имеет ли право, скажем так, на ваш взгляд, врач давать советы, если его не спрашивают? Вот интересно. Вам доводилось с такими ситуациями сталкиваться? Да, люди имеют свой взгляд на проблему. И когда мы общаемся с человеком, мы сразу видим, допустим, человек преувеличивает, и он в панике, когда там совершенно незначительные изменения, то мы понимаем, что человека такого нужно успокоить и сказать, что ну вот страшного ничего нету, это все корректируется. Валерьяночки, тебе все хорошо. Но нужно, да, вот это и это сделать. Другой человек, имея серьезную патологию, очень сложную, он не видит ее и как бы не придает этому значения. Но мы четко понимаем, к чему это приведет. И искусство врачевания заключается в том, чтобы человеку объяснить, не напугать его, не вызвать, но ему объяснить, что вот если сейчас не корректировать вот эти нарушения, то в будущем это может привести к тяжелым последствиям. И очень маленький процент людей, которые адекватно оценивают состояние. Это зависит, конечно, от особенностей человека. И врач должен в каждом случае найти подход, чтобы человек включился в процесс. Потому что если он не включается в процесс, то не будет полноты результата. Скажите, оптимисты правда живут дольше? Вот вы наблюдаете пациентов, люди, которые любят жизнь, живут дольше? Или безусловно. Все-таки? И это все на молекулярном уровне мы видим. Как это проявляется? Вот клетка оптимиста чем-то отличается от клетки пессимиста? Безусловно. Вот в природе она так удивительным образом устроена, ничего не пропадает даром. Даже вот если человек учится, у него очень высокий интеллектуальный уровень, то иммунная система принимает решения неординарные. Вот, допустим, мы видим, не работают клетки, допустим, не вырабатываются какие-то белки, но организм придумывает такие компенсаторные механизмы, когда ему удается нивелировать это, и болезнь не развивается. То есть с развитием интеллекта развиваются защитные функции организма, безусловно, иммунитета? Мы видим, что вот это самое интересное, что иммунная система принимает разные решение и по-разному реагирует. Вот тот же пример с вирусом ковида. Совершенно разные. Умные люди больше ему противостоят, но, к сожалению, я знаю много смертей У них стрессы. Да. А человек, который не осознает какие-то вещи, у него психологическая защита хорошо работает. Ага. У него не бывает гиперактивации, каких-то срывов. Каждый тип нервной системы имеет свои плюсы и минусы. И мы описываем при каждому человеку плюсы и минусы. Вот сильный тип иммунной системы – это хорошо. Человек не болеет. Но сильный тип иммунной системы склонен к гиперреакциям. Могут быть аутоиммунные процессы. То есть не может там, грубо говоря, интеллект быть защитой от вирусов, так же, как и его отсутствие этой защиты быть не может. То есть все-таки здесь, как вы то, с чего начали, здесь нужен абсолютно индивидуальный подход. То есть каждому человеку он настолько разный. Скажите мне еще одну вещь. Ну вот, знаете, вы когда наблюдаете за жизнедеятельностью клетки, может быть, это такое поэтическое, вот в вашем представлении, вот живое, жизнь, это от Бога, что называется, или от науки? Это гениальное такое изобретение, это, конечно, создание, это творение, безусловно. И за этим можно наблюдать бесконечно. И открытия, они очень радуют и удивляют, и восхищают. К чему идет наука? Вот к чему вот вы с вашими вот умными учеными головами, вот к чему вы хотите прийти? Дать вечную жизнь клетке?
Это такой философский вопрос, но он очень серьезный, он важный, потому что ученый — это все-таки человек, который имеет ответственность. И нельзя делать ученому только то, что, за что ему платят деньги. Угу. Надо делать то, что хочет Бог. Не вмешивайтесь в дела Господни, это да, называется. Да, но нужно понять это, изучить это. Это очень тонкие процессы, но они очень важны для жизни, для выживания, потому что, по большому счету, выживут те, у которых свои системы регуляции, адаптации работают, у кого есть воля к жизни. И очень важно врачу помогать пациентам вот, реализовывать вот эти все механизмы не только при помощи лекарств, но всеми возможными способами. Вот, Людмила Николаевна, в завершение давайте все-таки дадим, может быть, несколько ученых советов нашим телезрителям, как сохранить, я не скажу, что жизнь вечную, не надо, как сохранить качество жизни сегодня с учетом наших всех обстоятельств, от глаз до пяток. Да, такой вопрос вы замечательные вопросы задаете. Это очень сложные вопросы, потому что, по большому счету, каждый человек сам принимает это решение. Но в трудные времена, вот светлые люди, они как бы еще в темные времена, светлые люди, они еще виднее. Угу. И есть люди, вот, на которых мы равняемся и понимаем, как нужно поступать, как нужно делать. И человек должен задумываться сейчас о жизни. Сейчас такое время, когда вот называется «время пришло», потому что каждый делает свой выбор. Как он будет жить дальше и как мы будем жить дальше все вместе. Да. Ну что ж, Людмила Николаевна, вы делаете очень благородное дело, и спасибо вам огромное, что в своем плотном графике нашли для нас время. Вот. Я благодарю вас, до новых встреч в нашей студии. Ну а нашим зрителям я напоминаю, что с вами была программа «Доступно» с Еленой Астраховичей, а гости нашей студии сегодня была доктор медицинских наук, старший научный сотрудник, врач высшей категории и заведующая лабораторией иммунологии Института глазных болезней имени Филатова Людмила Николаевна Величко. До новых встреч!